Вы часто задаетесь вопросом, почему же отрезают длинные, густые, шикарные волосы? На самом деле причины всегда разные. Сегодня расскажу про одну – мигрень. Одна из моих клиенток пришла ко мне с длинными волосами. Мы сделали короткую стрижку, после чего она заметила, что мигрень приходит уже не каждый день, а намного реже. Мы сделали еще короче, и мигрень практически перестала ее мучить. Сейчас у нее на голове короткий ежик, и мигрень не появляется уже 2 месяца. Вот так вот волосы могут влиять и на наше самочувствие. Знакомьтесь, Алла. Хотела избавиться от волос, и я.